Друзья, всем привет! В этом видео вы узнаете, как сделать шины и диски вашего автомобиля блестящими. Многие мечтают купить какой-то чернитель, начернить шины. Есть таких куча видеороликов, где люди делают своими руками какие-то интересные чернители. У нас тоже такой видеоролик есть. Мы этим занимались, но это все распространяется лишь на шины автомобиля. Сегодня я решил снять для вас такой видеоролик, как сделать и шины, и диски автомобиля просто вот блестящими, чистыми, чтобы вся грязь, весь налет, пыль от колодок, которая насаживается со временем торможения на диск автомобиля, и ее просто тяжело отмыть. И сегодня мы будем своими руками делать средства, скажем так, химию. Для дисков и шин автомобиля. Сегодня многие нам позавидуют и многим этот видеоролик понравится. Потому что настоящие чернители какие-то, которые мы можем купить в автомагазинах, стоят очень дорого. А также средства для мойки дисков тоже стоят очень дорого. И сегодня мы своими руками, просто своими руками, как всегда, наколотаем бодягу, нанесем все это на поверхность шины и диска, и вы сами удивитесь, потому что все, как всегда, неимоверно круто работает. Поэтому погнали готовить. Так, друзья, для всего этого нам понадобится распылитель, немножко воды, грамм 300, я думаю, хватит. И далее будем добавлять наши средства. Берем соду и добавляем 2 ложечки соды. Я ложечки буду брать не полные, и все это дело добавлять. 2 соды, далее нам понадобится уксус. Также берем 2 ложечки уксуса, добавляем все это в бутылочку. Затем нам понадобится любое моющее средство для мытья посуды. Добавляем его тоже немножко на глаз. Я долью столько. И теперь берем, вытаскиваем леечку, закручиваем наверх такой вот примерной бутылочки пробочку, чтобы все это дело хорошо взболтать. Друзья, и получаем мы вот такой вот раствор. Внизу вода, вверху наше средство. И наносим его на самое грязное колесо автомобиля. Также это средство мы наносим на обода автомобиля, то есть на диски. Все наносим. Почему распылитель? Потому что как раз он поможет нам равномерно нанести наше средство на шины и на диски. В любое место можно попасть, во-первых, им. А во-вторых, все это дело будет наноситься равномерненько. Так, ребята, выждал, в общем, я минут где-то 10-15, вот, посмотрите на колесо, в каком примерно виде оно было изначально. И посмотрим теперь на колесо, которое я просто сполоснул водой после нашей с вами приготовленной химии. Вот видно в местах, в этих вот, нету грязи, диск выглядит довольно приятно, нету никакого напыления от колодок, все довольно чисто, блеск. И, в принципе, еще резина не высохла, но уже, скажем так, она светлее за ту, которую мы видели ранее. Никаких чернителей, ничего мы не использовали, просто приготовили средство своими руками. Этим самым способом просто взяли и освежили колесо автомобиля. Если вам понравился видос, жмите лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Всем пока!